мэд нүгэл дээ. Асуу нэгээр тохоо уу яг тий. Түрүүд гарах юм мэд нүгэ өөрөө. Хавд нь яваа. Орхоо ус. Түрүүд хурх юм дээ. Түрүүд нь тавд гарах юм тохоо хурхий барах юм. Түрүүд нь мэд нүгэ. Орос юм дүү юм уу? Урд гарах гэж анаах юм уу? Юу юм бэ? Тургуур дүүрэх хаалаа. Бид нэг үл дээш. Окей. Пока и буй яг тех нэг үл. Одонго юм уу? Яг тех. Яг тех. Одновременно победу державу Алтау-Монголию в Бурятии приглашаются Дамьен Сергеевич в Бурятии, Петр Константинов, Республика Саха-Якутия. На ковре В в красном трибу борется Груздев Валентин, Хабаровский край. Ему 32 года. Валентин является мастером спорта Российской Федерации. Представляет Хабаровскую краевую федерацию спортивной борьбы. Тренируется под руководством Абиева Абакара Ахмедовича. Синим трибун борется Ашинимаев Салбон, Забайкальский край. Салбону 21 год, он является кандидатом в мастера спорта, бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа. Представляет команду детской и мужской спортивной школы, тренируется под руководством Зеленова Патрункуева. На ковре А. Красным трибу Дамьен Сердежамов, кандидат мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Сергеева, тренер Мартин Базанов. Борис синим трибу Петр Константинов. Ему 24 года,
представляет команду Республики Саха-Якутия, мастер спорта России. Победитель чемпионата Дальневосточного федерального округа прошлого года Петр Константинов тренирует свою руководство Иванова и Никифорова. К выходу на ковер А приготовиться борца веса до 65 килограммов от 1/4 финала Булату Байсмутову Эльдеву Шарастепанову. На ковре Б победу одержал Груздев Валентин, Хабаровский край.